Доброго всем дня! Сегодня я покажу, как выглядит title, что это такое. То есть, чтобы проверить, как выглядит title на вашей странице, собственно, заходим на любую страницу. Ну, допустим, что такое поисковая оптимизация на моем сайте, да? Берем, копируем вот этот вот адрес. Копировать. И, допустим, в Гугле вставляем его и нажимаем Enter. Поиск в Google. Поиск, Enter. Вот она, проиндексированная поисковой системой Google, и она показывает вот здесь в начале как раз тайтл этой страницы. Вот он, видно, что он сократил ее немножечко, потому что она немножко длиннее. Видно, да, что такое SEO и в скобочках поисковая оптимизация сайта, знак вопроса, вертикальная черта, без дел. А здесь он, что такое поисковая оптимизация сайта, убрал часть данных. Но, тем не менее, вот большую часть заголовка он увидел, сделал его кликабельным. Это и есть тайтл. Он кликабельный. Ну и, соответственно, адрес страницы. Можно кешированную версию посмотреть, сохраненную копию. Вот что такое тайтл, где он используется. Еще тайтлы можно посмотреть в коде страницы. Для этого, если вы находитесь в Google Chrome, правой клавишей кликаете по любому пустому полю. У вас идет выпадающее меню. Посмотреть код страницы. Или сочетание клавиш Ctrl-U. У нас открывается код страницы. В хеде, вот он хед, голова. Здесь практически все метатеги, которые нам необходимы. Вот он, title. Спасибо.